кора крушины. Классное очищающее средство. Ложка столовая коры. Заливается кипятком. На ночь накрывается крышечкой в стакане. Напаривается до утра. Оседает. И выпиваем треть стакана. Хорошо, мягко очищает. Мягче сены. Ну, может быть, не так сильно эффективно, но довольно-таки это хорошее средство очищающее. Пьется с антипаразитарными травами. Вообще благоприятно воздействует кора крушины на организм. Такой вот легкий самый способ ее приготовления.